Красота. Такая неповторимая, неподдельная, наша. Именно прекрасы русской глубинки так любил Василий Макарович Шукшин. Всем здравствуйте. Зовут меня Антон Скаль. И вместе с командой Первого канала и лично Гариком Сукачевым мы продолжаем работу над картиной о Чуйском тракте «Алтайская песня». И сегодня наша дорога завела нас на родину Василия Шукшина в село Сростки. О том, каким был этот съемочный день, смотрите в нашей рубрике «За кадром». Куда едем? Оттуда, откуда, да? Сростки. Счастливой дороги. И уехали. Будет супер. Как в распутной волости лютой слой губернии выпадали молодцу все шипы до терни. Ниже будем браться. Ну, по траве постелимся. По траве постелимся, чтобы у нас совсем поверху ехал. Хорошо, понимаешь? Хорошо. А он обиды зачерпнул. Полные пригоршни, ну, а горе-то хлебнул. Не бывает горше. У нас здесь сегодня в Шукшинской мы снимаем Сростки, там еще целый день до ночи снимают. Потом мы едем... Снимать, мы вам не мешаем. Вы говорите, только правила дорожного движения нарушать. Я понимаю, что мы все исправимся. Мы сейчас все исправимся. Сейчас каску оденем, мы вообще там скотчем, да, скотчем заклеим. И я траву хоть залейся, благо денег не беру. Сколь веревочка не вейся, все равно совьешь, завкнут. Не надо селфи нам. Не надо. Конница неудачника, померу с котом хаю, жизничек без парочника, паутинкой тонкою. Да я по Чуйскому тракту аж до самой монгольской границы. Ой, как далеко-то. Ну, а что делать-то? На мотоцикле. Родину хочу посмотреть. А где родина-то? Вот здесь. От которых повело, повлекло по лихой дороге, тех ветрами сволокло. Припеку по строге. А что это вы тут грохочете, а? Вы, конечно. Правда. Это... Ну вот сейчас, вот, ребята, Катунь ТВ, вот они. Угу. Так вы сегодня вечером это увидите по телевизору. Так у нас вот только... Дима снимает.